Утром 9 апреля расположенная в сирийской провинции Хомс авиабаза Т-4 подверглась ракетному удару. Первоначально сирийское государственное новостное агентство САНА сообщило о том, что сирийские войска ПВО сбили 8 ракет. Однако в ходе инцидента несколько человек, цитирую, стали мучениками и получили ранения, конец цитаты. Кроме того, ответственность за удар САНА возложила на США. США и Франция официально отвергли причастность к удару по авиабазе Т-4. Израильское военное командование отказалось комментировать сообщение об ударе по данной базе. Однако в сети появилось видео, на котором за некоторое время до нанесения удара в воздушном пространстве Ливана были замечены неустановленные истребители. Израиль часто использует воздушное пространство Ливана для нанесения ударов по целям на территории Сирии. Позднее Минобороны России заявило о том, что удар нанесли два израильских истребителя F-15, которые осуществили пуски 8 ракет. 5 ракет были сбиты сирийскими ПВО. Остальные ударили по западной части авиабазы. В настоящий момент информация уточняется.